Закрепите нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления тела мушки возьмите три бородки хвостового пера павлина, подровняйте их кончики и закрепите в конце цевья. Отведите нить к колечку и, немного скрутив, намотайте бородки на цевьё. Не доходя до колечка примерно 1,5-2 мм, закрепите бородки на цевье. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления подкрылка возьмите перо CDC и отмерьте необходимую длину крыла. Кончики пера должны располагаться на уровне загиба крючка. Затем закрепите перо на цевье. После закрепления отрежьте лишнюю часть пера. Замотайте нитью срезанную часть пера. Для изготовления верхней части крыла выровняйте в ступке небольшой пучок меха и отмерьте необходимую длину крыла. Кончики волосков должны находиться на уровне загиба крючка. После этого закрепите мех сверху цевья. После закрепления соберите в пучок торчащие вперед волоски меха и не очень коротко отрежьте их. В месте крепления меха сделайте завершающий узел и отрежьте нить. Мушка готова.